when you are all alone. Maybe the one who is waiting for you will prove untrue. Then what will you do? Maybe you'll sit and sigh, wishing that I were near. Then maybe, maybe, maybe. Война. Война никогда не меняется. Римляне развязали войну, чтобы заполучить рабов и богатство. Испанцы создали империю, желая получить золото и землю. Гитлер превратил нищую Германию в экономическую сверхдержаву. Но война никогда не меняется. И в 21 веке война по-прежнему велась, чтобы получить ресурсы, которые можно использовать. Но в этот раз военной добычей стало также оружие, нефть и уран. Чтобы захватить эти ресурсы, Китай вторгся на Аляску. США присоединили к себе Канаду. А европейское содружество распалось на вечно грызущиеся друг с другом государства-нации, дерущиеся за контроль над еще оставшимися на Земле ресурсами. В 2077 году снова разразилась война. Всего за 2 часа большая часть планеты превратилась в пепел. И из пепла ядерного взрыва возродилась новая цивилизация. Очень немногим удалось добраться до относительно безопасных огромных подземных убежищ. Ваша семья была в числе тех, кто поселился в убежище 13. Заточенное за огромной дверью убежище под толщей камня, это поколение жило, не зная ничего о внешнем мире. Но жизнь в убежище должна вот-вот измениться.